Всем привет, с вами Фокс. Наш сценарий на сегодняшней игре – захват флага. Необходимо захватить флаг противника и удержать свой. Я решила не лезть на рожон сразу, а посмотреть на действия противника. Подогнала его сюда. Сейчас попробую обойти, может, доберусь до Димы туда. Ну что там? Так. Все. Упс. Очень меткий снайпер. Так как левый фланг плотно прессует противник, я решаюсь обойти их по правому флангу и зайти с тыла. Thank you.
Блин, оставалось немного. Противники пытаются забрать свой флаг, но мы пока держимся. Эта игра закончена, наша команда победила. Теперь меняемся местами. Ну да. Гуськом, гуськом. Эта сторона отлично просматривается, поэтому нам остается только ползать. Да нам здесь теперь вообще не выйти. Противник пробрался к нам с тыла и выдал себе шуршание. Хочу незаметно обойти противника с левого фланга и забрать их флаг.
хорошо, что не в грязь. Тем временем, пока я обходила, противники забрали наш флаг. Вот и все, мы захватили оба флага и доставили их на нашу базу. Всем спасибо за просмотр, до скорого!